Я сейчас начну сверху. Буду использовать, как я уже говорила, краска лавандовая. Когда кисть не белка, то есть не натуральная, она меньше в себя вбирает воду. Поэтому, ну, я стараюсь использовать вот либо микс какой-нибудь, чтобы был в кисточке, либо вот синтетику. Сейчас мы набираем цвета и начнем сверху. Не бойтесь, если уголки там не будут прокрашены, мы потом это сделаем и пастелью, либо в принципе можно всегда убрать, закрасить, и при высыхании оно равномерно там войдет. Можно чуть темнее добавлять, так как у нас это дальний план, и там будут отражения, мы можем вводить более темные тона, смешивать. Вот сейчас я смешала немножко с таким глубоким фиолетовым, такой сине-фиолетовый получается. Пока вот у нас влага остается, край не высыхает. Введем сейчас еще оливковый, так как у нас там на референсе отражение в воде есть, зелени, поэтому введем такие зеленоватые оттенки. Видите, как она хорошо мягко смешивается. Не бойтесь использовать эти моменты. И вот сейчас я вам покажу, как вот использовать пульверизатор, чтобы мягко ввести воду. Сейчас вот мы его будем брызгать, условно, не сюда, в эту зону, а ближе к краю, чтобы смочить вот эту вот часть, чтобы мягко вода вошла. И я, наверное, частично прикрою. Хотя, если и попадет вода, то есть мы увлажняем вот как бы низ, чтобы она потекла, и приподнимаем на себя. И вот мы видим, как плавно она начинает стекать. Можем поворачивать, чтобы они смешивались друг в друга, как и горизонтально. Потом опять на себя. И вот так вот, добавляя, вниз можете перевернуть. То есть вот таким движением вы сами можете формировать, как будет идти ваша краска. Вот здесь.